Для большинства ангарчан минувшая неделя принесла массу положительных эмоций. Видимо, сказались праздники и сокращенная рабочая неделя. Минувшая неделя была 8 марта. Мы съездили с мужем на Утулик, поднялись на Соболиную гору. Было просто замечательное настроение, замечательная погода и замечательный вид. Всем советую съездить. С подарками, цветами, поздравлениями, встречи с родными. Телевизор купили. Да. То есть как бы муж на 8 марта мне подарил, так что купили телевизор, мы полгода без него были, в принципе, особо не нуждались, но так получилось. Тепло в сердца ангарчан приносит и ранняя весна. Однако, если для одних это пора пробуждения и прилива энергии, то для других это время слякоти, причем не только на улицах, но и в душе. Пока сейчас слякоть, грязь, радости нет особо. Прекрасная погода, ранняя весна, все хорошо. Наступает весна. Снега не будет, падать будем меньше. Наступит она, когда весь снег растает. Сейчас пока грязь и слякоть. Не очень-то, скажем так. Ангарчане не забывают следить и за событиями на всемирной арене. И даже тут находят повод для радости. Примирение на Украине обрадовало горожан и заставило поверить их в окончание столь долгого кризиса. Что война, наверное, кончилась на Украине. Можно сказать так. Да бог, будет мир везде. Война прекратится на Украине. Однако в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Вот и среди ангарчан не утихает обсуждение жестокого убийства Бориса Немцова. В России убийство Немцова, только все. А какие события отметили бы вы? Заходите на наш сайт akis.tv.ru и оставляйте свои комментарии. Павел Козлов, Владимир Селиванов. Местное время.